Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. В этом видео мы с вами распаковываем очередную посылку с сайта AliExpress. На этот раз тема у нас конструкторы. Что ж, и сразу после заставки канала начинаем. Итак, в этом видео мы с вами распакуем интересный магнитный конструктор. В данный момент на экране вы видите описание лота, стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Добралась посылка транспортной компании EML. Пока вы изучаете описание, я уже пакет скрываю. Так, сейчас у нас предновогодние праздники. Самая тема, самое время для всевозможных подарков. Так, конструктор я выбирал, соответственно, по количеству элементов, ну и по стоимости, то есть соотношение цена-качество. Здесь достаточно большое количество этих самых элементов. Вот, они у нас вот так вот здесь кучкуются. Ну и, соответственно, здесь у нас разные виды элементов. Треугольные маленькие, квадратные, синие, зеленые, оранжевые, ромбики, пятиугольные, ну и разные элементы, колесики и прочее. То есть можно сделать машинку, домик и много чего. Этого набора, в общем-то, хватит на достаточно большое количество различных идей. Можно играть вдвоем даже. Так, допустим, можно из такого конструктора построить какую-нибудь вот такую огромную красоту. Вот. Так. Что-нибудь такое. Такое. И вот такое. Вот. Вот, еще здесь вот такие вот есть наклеечки разные внутри. Не знаю, зачем это. Наверное, это бонус просто от продавца. Здесь есть инструкция, кстати, по тому, что здесь можно насобирать. Различные идеи. Прикольно. Ну и наклейки куда-то там с разными супергероями. Карточка продавца. Все, вот такой вот наборчик. У кого есть любые мысли по этому поводу, оставляйте в комментариях, любые вопросы там же. Я сильно видео затягивать не буду, по-моему, наборчик стоящий. Вам большое спасибо за просмотр видео до конца. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, поделиться ссылками на видео и на канал с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Поддерживайте канал. Все, всем удачи, приятных игр, пока!